Это Санин дом. Он тут живет. Мы к нему в гости приехали. У меня супер. Приходите к нам в гости. Мы сейчас идем нырять туда. Легким паром! Так. Лежали. Ух ты, красавица! Идеально. Всем привет. Сковорода, удочка, котелок. Кира, мы тебя не берем, ты будешь на хозяйстве контролировать, чтобы тут все было тихо и спокойно. Я сейчас собираюсь. Ты меня задерживаешь. Большой-большой секрет. Это Санин дом. Он тут живет. Мы к нему в гости приехали. Как тебе живется здесь? Я супер. Да? Да. Приходите к нам в гости. Хорошо. Потом покажешь, что тут как. Да, отлично. А куда мы сейчас идем? Мы сейчас идем нырять туда. Саня свои угодья охотничьи нам сейчас покажет. Короче, все как полагается у него здесь. Последние теплые дни уходящего лета 2022 года. Встреча с друзьями после долгой разлуки. Мы начинаем. Приятного просмотра. Денис, не видел украинку. Там украинка. А не Обухов? Так, а за ней... Обухов? Не, так и украинка. А Обухов дальше? Ну, типа... Хотим... Так, ну как, что вы, режиссеры, скажете по поводу этой? Идеально. Я сейчас немножко ослепну, конечно, от этого ярких лучей, но... Это, конечно, ребята ослепительные. Смотри, посмотрите, какие как... у них цвета. Особенно желто-красные, это очень... M&M, вы M&M. Так, готовы? Раз, два, три. Фотосессия закончилась. Ой, офигенно получилось, ребята, вообще. Опа! Да, вау, слушайте, ребята. Да, так что давайте. Кто хочет красивую фотку? Кто хочет красивую фотку? Да ты без мужа можешь фоткать. Так, Вика, давай с Сашей. Пошли с тобой. Да, давай. Это не Саша, но тоже. Не мечтай. Коль, ты мне чуть-чуть кадр влазишь. Коль, на миссию. Это та самая фотография с Колиной ногой. Так, ну как тебе в кресле режиссера сидеть? Да, нормальное управление. Руководишь процессом? Удобно. Так, а как ты себя там чувствовал без нас? Папа привет передал всем, кого знает. Спасибо, знает он всех. Волосатые женщины. За дяди Толина здоровье. Он уже выпил, походу. Николай, что ты тут делаешь? Готовлю шашлычок.
Та-дам. Самый вкусный на сегодня. Весело у тебя тут. Тут такая движуха. Теннис. Присоединяйся. Я с тобой. Рыбак. Так, я надеюсь, смотри, мясо будет прям тоненькая идеально. Тоненькая насадочка вот. Прожарки. Обратите внимание. Жареная, без прожилок. Даже такой участок прям мяса не забудется. Николай, наколдуй мне самый вкусный шашлык. Чтобы вообще жира такого вообще не было. Смотри, вообще. Я же вообще никакого его не ем. Саня уже правую руку натренировал. Где левую? Начинает тренировать левую. Левой, левой. Подгорает. Туши. Меняйте местами. Шампура. Вообще есть, мы сегодня не будем, я так понял. Одни маги собрались. Ни одного шашлычника. Сюрприз. Та-дам! Та-дам! Так, скажите два слова. Шо вам? Ой. Ой, не поняла. Саня, ну что, как тебе? Нормально? Видно, холодная рука. Есть варианты. Саня, а ты что подумал? Скажи. Искусство. Маш. Заново. Все заново. Круг. Пузо. Или баллоны у тебя там, да? Система. Нет? Ты инопланетянин. Ты космонавт. Команда? Это не имеет отношения к игре. Два. Ты человек. Двухлен. Восьмичлен на футбол. О, команда. Гитлер. Как ты собралась? Это демоны, блядь. Сочи на шесте. Коммуникаторы.
Похоже что-то на осторожность, на внимательность. Да я бы обходил. Обережность. Обходительность. Увидел. Ты обошел. Денежку поднял, выкинул. Фу. Не буду. Бумажка, брезгливость. Не, типа, ты что-то хотел съесть, но не съел, потому что я аккуратно. Потому что с земли не ем. Ну, хочу, в общем, наверное. Как? Для слова. Взрыв мозга. Утро следующего дня. Какое же оно приятное. Нашамкай нам кофе. Доброе утро. Иди ко мне. Иду, мой принц. Как ты? Где ты спал? Тут? Тут. Там, где я. Так, пойду к Ане. Она вон, да? Ба-бам! Так. Серый, что ты тут делаешь? Я это сейчас не знаю. Так вот. Покупаю творог. Да. Сейчас мы кушаем. Пойдем в мамаку. Я не слышу, ищите меня вот там. Джават, там двое человек тебя искали. Да. Что ты им передашь? Привет. Хорошо. Сонька? А ты что передашь? Привет. Мучают меня тут, заставляют мне спать. Да? Ты за деньги это делаешь или это твоя личная инициатива? Это Вика, если я не помою посуду, Вика меня прибьет, только не говори ей про это. Хорошо, я не буду говорить. Больше шансов ближе к траве. Серьезный рыбак. Дань, как рыбка водится. Видишь, как хвостиком как работает. Угу.
Блин. По четырем. А, не вытянулось. Не, оно прыгает от радости. Дрынь, дрынь, дрынь. Коля, подходи поближе. Давай. О, хорошо. Да, мне попало. Посиди чуть-чуть за мной. Давай. Да. Ну как тебе? Как тебе? Класс. Бомба, не смотришь на улицу дочери? Не что вы тут делаете? Да. Я сейчас отсюда. А, бегом, 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 бегом! Кто тут лежит? Варятся рачочки такие маленькие. С легким паром! Послушайте. А что вы тут делаете? Мы тут отдыхаем. Сплетничаем. Привет. Ничего себе. Мы греемся. В трусах и в куртке. Где Вика? Да. Вика спит. В сумке. Она еще, ну, эти семейные узы. Я всегда очень восхищаюсь. По какому? Мне все очень нравится. Ну, что он там всегда к маме позвонит. Всегда. Правильно. Так, я тоже об этом говорю всегда. Всегда. Молодец. Вика. Да. А ты что думаешь? О чем? Ну, вот о разговорах. Об этом. Я не знаю, я где-то летаю. Молодец. Саня, а ты любишь Вику? Да. Молодец. А ты? Саня? Или любовь Саши к Вике. Люблю. Тоже тема. Я всех люблю. Молодец. А у меня я был... люблю Джавада. Не, шучу. Как друга. Смайл. Джавад, там двое тебе привет передавали. Я потом тебе расскажу.